Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». В студии Ольга Близина. Здравствуйте. Кандидаты в губернаторы потратили более 40 миллионов на свои кампании. Такие данные содержатся в отчете, опубликованном на сайте областного избиркома. Больше всех вложил Игорь Васильев – 34,5 миллиона рублей. На втором месте с большим отрывом Кирилл Черкасов. Он потратил 5,5 миллионов. Сергей Мамаев вложил 1,5, Николай Барсуков – 330 тысяч. В расчете на один полученный голос дороже всего выборы обошлись кандидату от ЛДПР – 167 рублей. 164 рубля – один голос обошелся Игорю Васильеву. Коммунисты заплатили в 6 раз меньше. Сергей Мамаев и Николай Барсуков потратили на каждого избирателя примерно по 24 рубля. Программа «Экономика». Собираемость налогов выросла на 5%. В управлении налоговой службы по Кировской области подведены итоги работы за 8 месяцев. За это время физические лица, организации и индивидуальные предприниматели заплатили почти 29 миллиардов рублей налогов. Рост за год 1,5 миллиарда или 5%. Уровень сбора составил 99%. Треть суммы, 9 миллиардов рублей, ушла в федеральный бюджет. Остальная сумма распределилась следующим образом: 15 миллиардов в областной бюджет и 5 в местный. Экономика на 101 FM. В детский мир на Комсомольской могут заехать федералы. Магазин закрыли на реконструкцию. Что там будет после нее, пыталось выяснить издание «Навигатор». В самом магазине пояснили, что пока идет оценка имущества предприятия, которое полностью принадлежит сейчас городу. Но мэрия намерена в этом году приватизировать детский мир предварительно за 40 миллионов рублей. В пресс-службе федеральной сети «Детский мир» не смогли оперативно рассказать о планах по приобретению активов в Кирове. Но сотрудники соседних торговых точек уверены, что в здании на Комсомольской будет именно этот магазин, а интернет-поиск уже отправляет на сайт ритейлера. Завершение в валютах: доллар на сегодня 57 рублей 62 копейки, курс евро 68,75. Ольга Близина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.